Я в Египте, кстати. Живем мы здесь. А вот они, блядь, шумели всю ночь. Только я успел в первую ночь поругаться, чтобы вели себя тише. Но в целом все. Ребята, всем привет. Хотел сказать, что влог будет необычного формата. Надеюсь, вам понравится, и я обязательно это увижу. А также желаю вам приятного просмотра. Не забудьте лайк на видео. И начнем с румтура. Поехали. Ты сказал, если ты будешь плохо себя вести, твоя койка. Кровать, зеркало, шкаф, туалет, телевизор и еще одно зеркало. Вот и все. Ну а что вы хотели увидеть? Номер как номер, свежие полотенца, постельное белье. Что еще надо? Я в Египте. Хоть и Египет находится очень близко к странам, где сейчас происходят военные действия, уверяю вас, в самой стране все спокойно и безопасно. Кстати, по приезду в отель вам предлагают бесплатную экскурсию по городу, но не торопитесь радоваться, денег все равно придется потратить. Находимся сейчас на территории Египта, конкретно в городе Хургада. Буквально город молодой, город растущий. Посмотрите, если вы видите какие-то незаконченные строения, это стройки продолжаются, либо строечку заморозили. Так. Только неизвестно, на какое время ее заморозили, потому что заброшек здесь очень много. Короче, нас разводят тут на деньги, на масла. Но единственное, что тут реально прикольное, это вот такие кристаллики. Закидывайте их в кипяток, прям супер мизерную дозу. И пытайтесь это понюхать. Они супер ментоловые. Ох, пробивает хорошо. Ну а после оздоровительных масел вас пригласят посмотреть и приобрести еще масляные духи. Побойтесь Бога, купите духи. И еще раз напомню, что это бесплатная экскурсия, но после первого магазина мы отправляемся в следующий магазин сувениров. Далее, вот. Ага. Ага. И для паспорта, ага. Опа. Ага. Смотри, какие. Это двухэтажный магазин, который наполнен сувенирами, тарелками и магнитами. И все это по накрученной цене специально для туристов. Так, мы зашли в Louis Vuitton сейчас. Ну, вот здесь это, все как бы. Давай я тут. Ой, я не буду в этом ходить. 150 разделить на 30. 18 долларов. А там? Я купил по 13. А, он такой, 15 евро. Я такой, а, окей, окей. И достаю 15 долларов, жена. Он такой, евро, я такой, доллары. Опа, вот Supreme подъехал. Moncler. Угу. Вот они. Вот это майки. Дольче Габбана, йохайде. Короче говоря, мой совет. Если вы поедете на эту экскурсию, не покупайте здесь ничего, ведь потом можно купить все гораздо дешевле. Точно такого же качества. Новый спот. Где-то на побережье. Блин, посмотрите, какая вода. Здесь, кстати, она не такая прозрачная. Или здесь глубоко, может. Опа, братишки идут. Не, ну очень-очень very well. Ну и в принципе на этом все. Бесплатная экскурсия заканчивается. Вас отвозят в пару красивых мест, но обязательно магазины. Но не волнуйтесь, дальше будет интереснее, ведь мы едем к пирамидам. До пирамид путь не маленький, целых 500 километров на туристическом автобусе. Время час ночи, но спать в нем очень тяжело, и вот почему. Регулярно на дороге встречаются лежачие полицейские, которые с легкостью вас разбудят. Поэтому остается лишь ждать и смотреть на время, когда же это все закончится. Thank you.
На дорогах происходит хаос, потому что здесь нет правил дорожного движения. Здесь нет светофоров, и водители импровизируют при каждом перестроении и повороте. Именно поэтому все машины без исключения имеют вмятины, царапины и разбитые окна. Мужик спит. Все очень грязно. Прям супер грязно. Заводи. Вода супер грязная. Здесь мы не купаемся. А? Опа, пакет цепанули. Так, мы уронили шляпу. Шаверма. Так хочется кушать. Мы не ели со вчерашнего дня. Ну, грубо говоря. Сейчас последняя экскурсия. И потом мы едем кушать. А потом мы едем на пирамиду. Всем еще раз здравствуйте. Мы там, где надо. Да видно? Я не знаю. Я буду держать ее, давай. Держу? Да. Я смотрел в Инстаграме много видосов, как тут любят обманывать, докапываться, притворяться полицейскими. Нам предлагали вот на это поехать, но сами понимаете. Так, мы подходим ко второй. Сзади одна, вот вторая. Смотрите, какого размера блоки. Как вы их перетаскивали сюда? Расскажите кто-нибудь. По всему Египту куча собак. Они все одинаковые. И все в натуре одинаковые породы, цвета. Вот еще одна. И кошки тоже очень похожи. Все худенькие и всех очень жалко. Да, собака? Все, я уже сфоткался. Держу. А вот и третья. Кто насрал? Аккуратно. Давай домой заберем. Кайли и Шанель привезем в сувениры. И что у нас здесь вкусненького? Загадывай желание. Загадываю тоже. А, выше там можно было подняться, но там закрыто. Вон там что-то выше. Что он свистит? Да, пусть свистит. Все, идем? Ну да. Я спрашиваю. Давай. Главное замечание для GoPro. Она нереально быстро садится. Возможно, от жары. Хрен его знает, но... Такой угол. Смотрите на такой кен. Который наоборот такого. Между ними есть замок в этой части. Связывает эти камни друг с другом. Смотрите на такой шикарный угол. Идеальный такой. Видно? Возникает такой вопрос, конечно. Как тащили камень?
Любой камень из этих камней наверху полтора тонн. Хоть я не очень боюсь. Можно? Ой, можно? Это настоящий? Ну да, он. Да. Нет. Живой. Нет, настоящий. Настоящий и живой. Смотри, Даня. На. Бери. Так, смотрите, пожалуйста. Где флаг Египта? Видно вам? Да. Это где я буду на обратном пути на помощь. Если помощь хотели, меня найдете здесь. Они историки. Ай. А вот и сфинкс. Развалины весь. Да, когда-то давно я прям там ходил, у его лап. А теперь туда нельзя. Нам будет туда пройдет. Пошли купаться. Итак, мы здесь находимся уже четвертый день. Или пятый. Пора вас и камеру взять в Красное море, проверим. Первая подводная съемочка. На улице здесь всегда плюс 32-33. Каждый день. На самом деле климат реально очень хороший, и он реально влияет на ваше здоровье. Каждый день просыпаемся в 8 утра. Всегда есть аппетит. Всегда есть силы что-то делать. Вот это пальма. Кто не знал. Папа, как обычно, уже был и плавал где только можно. Сказал, там у берега есть какой-то затонувший корабль. А рядом с ним валялся скат. Поэтому мы направляемся именно туда. Отель просто конченых размеров, он огромный. Именно территория. И вот все это время мы идем от нашего номера до моря. По территории отеля. Нужно просто идти бесконечно. Вот мы живем в подобном номере, домике. А это какие-то более новые. Думаю, и подороже будут стоить. Так, что это у нас? Пальма, правильно. Вот, почти. Здесь какие-то шалашики. Кого солнце уже достало. Так. А, нет, нам не сюда, нам сюда. Ветер, конечно, задувает. Надеюсь, вы меня слышите. Нет, мы все же идем обратно. Нам надо дать ключ. Куча русских людей, украинцев. Лежат все спокойно, слушают музыку свою. По кайфу. И тут я даже не представлял, что произойдет буквально через 5 минут, когда я буду находиться в воде. Вот где-то там есть корабль. Ржавый весь, затонувший. Сейчас туда двигаем. В моменте, когда мы подплывали к кораблю, я делал взмах рукой, мое золотое обручальное кольцо слетает и летит на самое дно. На камере это не записалось, но скажу от себя, ощущения очень неприятные. А действовать нужно моментально, ведь в запасе есть всего пара секунд, пока кольцо не закопалось в песок на дне Красного моря. Надо вернуться, положить кольцо. В тот день у меня уже не было желания залезать в море, поэтому дальше вместе с моим братом. Подписывайтесь на канал! Подписывайтесь!
в спину укусила акулу. Вот такая вечеринка. Who is this? Шевелится. Мы опять куда-то приехали. Ты местный? Конечно. Нет, двухместный. В этот раз мы поехали в город Луксор. Главный город для поклонников египетской истории. Настоящий телепорт в прошлое, ведь именно здесь сохранились почти все знаковые достопримечательности древнего царства. Обелиски, аллеи сфинксов, храмы, усыпальницы и многое другое. Короче, мы находимся в храме Дандарах. Это здесь у нас недостроенные сооружения. Илюха, блядь. Илюха! Фрилансер. Фрилансер, вылазь. Вот, дорогие гости, сейчас мы можем прикоснуться к уникальной культуре древнего Египта. Вот перед нами долина Луви, место рождения богов. В древних письмах называлась Дандара. Слово Дендара, это древнеегипетское слово, обозначает и переводит «земля Хатур». Здесь была вот земля Хатур. Хатур, богиня любви и красоты, которая была изображена в виде коровины. Какие-то вырезы непонятные. Здесь. Странно, что это такое? Самый интересный вопрос, как это вообще сотворить можно? Ладно, расписать еще, прикинь, это все вырезать. Или не вырезать, или поставить потом, хрен его знает. На потолке будет. Ой, потолки еще, да. Послушали гида, вся экскурсия прошла, теперь у нас есть 20 минут пофоткаться. Маня, тебе понравилось? Да, мне тут больше всех пока что понравилось. Ну, дальше мы едем в Люксор, там будет намного интересней. Самое прикольное, что по-прежнему идут раскопки. Может, что найдут? Вот мы были только что вот там. Теперь пойдем вот сюда. Здесь это была... Жизнь рождалась. День рождения здесь, тусовки были. Ну, неправда. В смысле? Здесь были вечеринки. А ну, давай посмотрим. Вечериночная здесь находится. Ну и здесь, собственно, рождались, как я понимаю. Ладно, мне кажется, тут ничего не будет. Опа. Кто нассал? Ну, короче, да, здесь одни руины остались. Это тоже с Древнего Египта дверь? Кто знает. Вот вам, собственно, карта, куда мы приехали. Ну, короче, здесь градусов 15. Сейчас мы выйдем на улицу, и там моментально плюс 36. Что ты тут покупаешь уже? $1. $1? Ну, не надо, спасибо. Один. А теперь вспоминаете тот магазин, который был в начале ролика для туристов? Там такие фигурки в 5, а то и в 10 раз дороже.
Мы у какой-то стены. Перед нами Карнак, одно из самых красивых мест древнего Египта. Карнак – это чудо. Фараоны нового царства, которые жили, правили здесь, в Луксоре, должны были сотворить чудо. Подписчики твои! Аризонный РП? Да. Да. Прикольно, прикольно. Хорошая организация у тебя была сегодня, Ярик. Да. Вон чит, сейчас украдут. А ну иди сюда. Моня, иди сюда. Здесь очень много детей, наверное, приезжают. Давай. Все, пошли вперед, пойдем. Моня. Вот когда-то давно на меня вот так налетели в музее. Когда увидели, что я просто со светлыми волосами. Так, идем среди огромных колонн. Вот это уже серьезные размеры. Но они прям реально огромные. Прям серьезно огромные. Вот прикиньте, как-то это ставили, выпиливали, вырисовывали. Пойми, как.